Вот еще вид классный. Это Эдельвейс, летнее кафе, куда горожане любят ходить летом. Это дом свидетеля Иеговы. Там уже ни тропинок, ничего нет. Все снегом занесло. Любят по ушам ездить, ходить по квартирам. Видно, уже никто не ведется на их гнилые базары. Даже решетки поставили. Что у них есть что украсть, что ли? Или награбленное у бабушек и дедушек, к которым они там по ушам ездили. Что-что, это у них не отнять, по ушам ездить. Этот кирпичный дом Победа 46 построен в 92 году. Этот панельный дом, последний панельный дом, который построили строители города Камышино, Победа 42, построен в 93 году. Вот здесь вот раньше, вот по этой улице Победы, шли бараки. А это, друзья, дом Мира 197. Ну, чем он для меня символичен? Вообще, каждый дом в городе Кутово для меня символичен. Построен он в 1980 году. Этот год принес мне как радость, так и огорчение. Радость, то, что прошла Олимпиада, 22-е Олимпийские игры в городе Москве. А печаль, то, что умер Владимир Высоцкий, бардовскими песнями которого я заслушиваюсь и по сей день. И вот одной из его песен я хочу обратиться к министру финансов нашей страны. Где деньги, Зин? Вот напротив него такой дом прикольный. Со стеклянной верандой. Это один из первых домов в городе, где вот, который установил такие вот стеклянные веранды и медную крышу. Я не могу понять, кто так издевается над деревьями. Видите, что они делают? Кому так помешали эти тополя? Вон растут вдоль великой реки Малая Казанка. Ладно, летом буду здесь проходить. Если увижу, буду носы разбивать. Но я так предполагаю, это сотрудники горхоза. Если меня слышите, то лучше, когда я здесь буду проходить, лучше вам здесь не быть. Здравствуй, дедушка Ленин. Просрали мы твое наследие. К власти пришли демократы. О них хорошо сказал Бернард Шоу. Демократы — это те, которые заставляют смотреть вас вверх, пока другие шарят у вас по карманам.